с нами Сережа Немов, команда «Питерские Гризли». Обыграли «Ангелов» вторых. Сереж, за счет чего выиграли? Игра была очень тяжелая. Вот. Я считаю, что мы, может, больше хотели. «Ангелы» тоже были сильны. Вот. Ну, у них не все получалось, но если получалось. У нас получилось чуть больше. Вот и все, поэтому выиграли. Митяй что в группе напишет? Что все равно плохо играли? Конечно, плохо. Митяй хорошо, никогда никто не играет, такого. Был матч хоть раз, чтобы он всех хвалил? Может, лет 5 назад был. Потому что молодые были, уже старые стали. Я понял. Гризли какое место займут? Первое или второе? То есть в финале будут биться? Да. Я понял. Ну, посмотрим в конце. Вам удачи. Спасибо, Сергей. Спасибо.